Добрый день, меня зовут Анна Куликова. Я работаю в фонде поддержки лиц с нарушением развития интеллекта «Лучшие друзья». И занимаюсь я там форматом «Простыми словами». Идея создания единого стандарта упрощения письменной речи возникла в мире довольно давно, еще в середине 20 века. Существует много аналогичных стандартов, свои стандарты для Европы, свои стандарты для Соединенных Штатов, есть в Японии даже стандарты упрощения письменной речи. Мы в фонде «Лучшие друзья» пользуемся стандартом «Easy to read», что в переводе с английского означает «простыми словами». Суть такого формата заключается в том, что текст упрощается по определенным правилам. Эти правила, в общем-то, довольно просты. Предложения должны быть короткими, не более одной грамматической основы. Каждое предложение должно быть написано с красной строки. А сложных слов быть не должно. Ну, если они в тексте присутствуют, то их необходимо пояснить. Если их пояснить не представляется возможным, то тогда лучше их избегнуть. Также надо аккуратно использовать местоимения, поскольку не всегда может быть понятно, к какому слову это местоимение относится. Поэтому лучше с ними тоже максимально аккуратно. Основная мысль должна быть выделена графически. Оптимально, если в своем тексте вы используете какую-то графику, инфографику, какую-то иллюстрацию, которая помимо текста даст визуальный образ того, о чем в тексте говорится. И, наконец, фон должен быть чистым, белым, простым, без подложек, без цветов. Шрифт тоже простой, без засечек, никакой не витиеватый. Формат «Простыми словами» ориентирован не только для людей с особенностями интеллектуального развития. Сфера его применения значительно больше. Он чрезвычайно поможет пожилым людям с проблемами в чтении. Он поможет тем людям, для которых язык не является родным. Но поскольку я работаю в фонде «Лучшие друзья» и наша целевая аудитория – это ребята с особенностями развития, мы используем этот формат именно для них. Важно! Почти гораздо важнее, чем сами правила, по которым упрощается текст. Ни в коем случае нельзя, чтобы текст превращал формат «простые слова» в нормотипичный человек, и на этом бы все заканчивалось. Самое важное правило. В редактировании этого текста должны непосредственно участвовать люди с особенностями развития. Таким образом, для того, чтобы выпустить текст в формате «простыми словами», у вас должен быть эксперт. Один или несколько не имеет значения. Это должен быть эксперт с особенностями развития. Он должен вычитать упрощенный вами текст. Он должен понимать, о чем текст. Он должен ответить на ваши вопросы. И только тогда, если эксперт говорит вам: «Окей, мне все понятно, дальнейшее упрощение не нужно», только тогда этот текст может увидеть свет. Без этого категорически невозможно. Ничего для нас без нас.